Надоел этот анализ, ты его обожаешь. Папа хотел для меня хорошей работы, а мама – хорошего мужа. Наука – отличный способ разочаровать сразу обоих. Кстати, о работе. Когда ты поймешь? Оценка через неделю. Так что времени в обрез. И вы вдвоем с Беном? Денег хватит только на одного. Вот тебе и нация ученых. Привет. О, привет, Бен. Привет. Я знаю, что прошу в последний момент, но мне надо брать на анализ образцы с болот. Так что, может, подбросишь? Да, ты поздно просишь. Ну, обещаю, что не задержу. Ладно, мы тебя впихнем. За мной должок. Привет, я Уилл. Привет, Прия. Спасибо, что ты с нами. Рад служить. Уже можно носить вещи. А, да, понял. Тогда начну. Студенты, удачи. Спасибо. Болото. Сценарий и режиссер Роджер Скотт. Дафна Кроненталь. Мэтью Купер. Сэм Делич. Эдди Бару. Зак Дрейсон. Аманда Макгрегор. Сара Арманиус. Кэтрин Беккет. Кэс Камерфорд. Есть риск, что мы подхватим здесь малярию? А что? Там же куча комаров. Все возможно. Да, возможно. Но вероятность почти нулевая. Да, не выше, чем в городе. Пестрая радужная птица. Пестрая радужная птица. Карликовая камышовка. Карликовая камышовка. Ворона. Австралийская ворона. А что, я же угадал, что ворона. Да ну. Если птица черная и каркает, значит я прав. Ладно, а карликовая ворона или терезийская? Или южноавстралийская, или даже лесная? Ладно, ладно. Черная сипуха. Черная сипуха. Мы будто на съемках Безумного Макса. Ребята, держите себя в руках. Цербер, лежать. Какое очаровательное заведение. Ну, веди нас. Клевая тачка. Не такая прочная, как у тебя? Если хочешь, махнемся. Не думаю, что университет это оценит. Так ты исследователь? Нет. Да. Куда едешь? В болото. Слышал, хорошее место для охоты. Не знаю, мы едем по работе. А жаль.
Вы же не воду исследуете? Водные экосистемы. Так что да, мы изучаем воду. Водные экосистемы. Значит, я про вас слышал. Берете воду у фермеров и поите ей своих лягушек. Мы ни у кого не отбираем воду. Деревни из-за вас вымирают. Это неправда. Правда? Видишь ли, если ограничить поток, скапливается давление. Может даже случиться взрыв. Расслабься. Это просто дизель. Где бы я ни был, быстрые выводы и высокие коэффициенты всегда со мной. Ставка. Выигрыш. Мелбет. Сраная деревенщина. Здравствуйте. Вам просто дизель? Да. Спасибо. Все точно в порядке? Да, нормально. Этот парень хотел... Он просто идиот. Так это все разрешено? Людям же надо есть. Может. Но на самом деле нас просто слишком много. Людей? Да. Наш вид, хоть и разумный... но имеет склонность к глупостям. И раньше эта тенденция ограничивала наш урон. Ну, так вот. Но с развитием применяемых инструментов наше число стало все быстрее повышаться. И глупые умирают не так часто. Так мы пережили миллиарды идиотских решений, которые раньше нам угрожали. Но настал переломный момент, когда тупость начинает перевешивать достижения умнейших. Ясно. Не обращай внимания на тирады этого мизантропа. Но нам все равно жопа. Все в порядке? Да, комары не дают уснуть. Ладно, я к твоим услугам. Ну, мы в мертвой зоне, так что можешь его оставить. Надевай. Бери все это и пойдем. Да.
сраные жуки. Привыкай. Знаешь, как нас зовут в Перу? Затачивающие ножи? Звонящая теща. Ну и ужас. Ах ты, говнюк. Эй, Уилл. Да? Мне нужна помощь с другими образцами. Один, два и три. А этого хватит? Выпьем, Уилл. За первый день практики. Выпьем. А это на запивку. Спасибо. Наверное, ты очень вкусная. Спасибо, дружище. Спасибо. Спасибо. История вальсируя с Матильдой была рядом. Какая еще история? Потом историю стали переделывать. Но на самом деле бродяга изнасиловал жену овцевода. Да, конечно. Я думал, он просто украл овцу или... Как-то так. Нет, так овцевод сказал военным. А почему он не сказал правду? Тогда изнасилование было ужасным позором, о таком не рассказывали? Ну да, возможно. Так вот, батрак рассказал военным про овцу. И они из-за него пошли искать бродягу, а он с ними. Когда они к нему подходили, он отделился от них, загнал бродягу в угол и утопил. А военным уже сказал, что бродяга, чтобы избежать ареста, утопился сам. И ему поверили? Об этом же есть целая песня. Но как-то подозрительно, да? Покончить с собой из-за овцы. Может, он новозеландец? И с тех пор злой дух бродяги тревожит эти болота, насвистывая свою заунывную песню, и пожирает всех, кому не повезло забрести в его водное царство. Очень интересно. Все правда? Я вас предупреждал. С арахисовой пастой? Классика. Что? Ничего. Да что? Как на школьном обеде. Едва ли. Эйнштейн любил бутеры с арахисовой пастой. Да ну. Ладно, я без понятия. А тебе не кажется, что есть куча фактов про Эйнштейна? Наверное, когда ты такой гений, ты неизбежно обрастаешь такими фактами. Да, у меня так же.
А тебе дорого это место? По-другому и быть не может. Эти воды текут в сторону городов. Если они пересохнут, никто и не узнает. Кроме нас. Да, кроме нас. Думаю, я поймал самую крупную рыбу. Впечатляет. Согласен. Но важен не размер, а что делать с данными. Что за вонь? Держишь его? Да, держу. Давай. Вы в курсе, что это заповедник? Ну и что? Заповедник нельзя без пропуска ученого. И охота строго запрещена, как и собаки. У нас есть разрешение. Ничего у тебя нет. Зовешь меня в Руни? Вас никто не... Да. Хорошие ботинки. От одного убитого кабана вреда не будет. Да, будущие поколения будут благодарны. Вы же не отсюда, да? Вы тоже. Давай, я улыбнусь, а ты поснимай. Уже сняла. Может, с тебя шкуру снять? Уже поздно. Лучше нам в лагерь вернуться. Да. Возвращайтесь в свой лагерь. Опять будут страшилки? После этих охотников я вас не напугаю. Да уж. Я все. Пойду на боковую. Спокойной ночи. И вам. Ну, наверное, нам тоже. Бен? Что? Что это? Там кто-то есть. Уверена? Вроде бы да. Ну и мерзость. Что там? Это все твои навыки общения. Кто-то на нас рассердился. Я точно вчера что-то видела. Может, кому-нибудь позвоним? Нет, я думаю, что у меня же есть... Они забрали камеру. Тогда позвони в университет. А нужно? Что? Если им позвонить, они заставят нас обратиться в полицию. Может, оно и к лучшему? Да, я не хочу, чтобы какие-то деревенщины хвалили мой ротик. Нам ничто не угрожает. Правда? Чтобы поймать сеть, надо идти часа три. И что? Ну и то. Когда полиция доедет, их уже давно не будет. А что в этом плохого? Мы потеряем день или полтора дня работы. Ты просто чудо. Спасибо. Отлично.
Не знал, что здесь водится летучая рыба. Ха-ха. Как они ее туда закинули? Не знаю, Уилл. Деревенщины — загадка, которую не разгадать. Главное, чтобы мой зад остался такой загадкой. А на остальное мне все равно. Посмотрим. В смысле? Умеешь визжать, как свинья? Но серьезно, это точно ничего не меняет? Нет, все остается в силе. Это не повторится. Они повеселились ночью и продолжат ловить кабанов. Ничего не У меня все. Спокойной. Приятных снов. Так тихо, да? Нет. Ага. Вот бы заниматься этим лет 50 назад, пока не начался весь этот кошмар. Да, неприятно. Но думаю, шанс еще есть. Еще не поздно. Очень романтично. Ты сказала так, будто это плохо. Нет. Я люблю романтику. Пойдем. Mm-hmm.
Черт. Как себя чувствуешь? Может, все же вернемся? Нет, Бен. Ну ладно, твоя поездка. Да, моя. Сегодня головы кабана не будет? С утра нет. А где Уилл? Танцует с лопатой. Кстати, про него. Не думаю, что тебе стоит связываться со студентом. Что? Уилл студент. А отношения с ними не приветствуются. Чего? Такие правила? Что за правила? О чем ты вообще говоришь? Ты что про... Я про то, что в университете есть правила. И лучше будь осторожна. Да. Когда ты стал таким занудой? Я не зануда. Может, я и циник, но не зануда. Не знаю, что с тобой. Со мной? Да. Ну, куда пойдем за образцами сегодня? Мы... Я. Сегодня ты мне не нужен, Уилл. Я просто заберу воду, можешь помочь Бену. Ладно. Круто. Не заблудись. Ни за что. Ну, вперед.
Я знаю, что там кто-то есть. Не смешно. Прия, как сходила? Охотники. Слушай, мне уже хватит данных для отчета. Ясно. Я жду, когда закончишь ты, и уезжаем. Мои образцы в дальних точках, так что... Сколько еще, Бен? Сколько еще, Бен? Еще пару дней. У меня нет пары дней. Я знаю, что тебе нужна вода всего из трех точек, Бен. Что? Я читала записи комиссии. А кроме этого, и что еще ты можешь здесь делать, а? Ну, чтобы завершить программу, нужно хотя бы... Сколько тебе осталось, Бен? Теоретически я... Боже! До утра. Спокойной ночи.
Давайте закончим работу и поехали. Будем через час. Ладно. Кого-то поймали. Лишь бы нас не трогали. Что, Уилл? Мы потерялись? Мы? Временно географически смещены. Я думал, ты здесь уже был. И не один раз. Да? И как мы потерялись? Не знаю. Мы правда заблудились? Да! Правда! А с этим что? Наверное, кабан дал отпор. Прия будет довольна. Цербер.
Беги! Куда вы пропали? Я уже столько вас жду. Что за жесть? За нами кто-то гнался. Гнался? Да. А вы слышали свист? Чего? Свист? Ну да, что-то вроде... Вроде... Ладно, неважно. Мы нашли вот это. Где? Наверное, уронили на охоте. Хорошо, что водонепроницаемый. А фото остались? Не знаю. Да, все здесь. И какое-то видео. Надеюсь, не изнасилование кабана. Давай, пусть он визжит. Теперь слышу. Не может быть. Это невозможно. Черт, скорей. Нет, 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 нет. Дерьмо. Твою мать. Это все кошмар. Идем. Черт. Пошли. Идем.
Что? Кто мог такое сделать? Это невозможно. Это все как в той истории. Да? Да? Что? Да-да. Нужно вернуться к лагерю. Или к дороге. И сваливать. Просто какой-то псих услышал эту историю и... Надо кому-нибудь сказать. Да, скажем. Кто это? Кто-то идет. Прия! Пойдем, 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 пойдем. Давай. Ничего, ничего. Ты в безопасности, здесь безопасно. Он идет сюда. Говори тише. Он придет сюда. Он идет, он идет. Мы вернемся в лагерь. Идем с нами. Он идет. 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 Нет. Куда она делась? Охренеть. Нужно уходить. Бен, пошли. Прия, извини. Ничего, ты в этом не виноват. Но даже не знаю, что это такое. Нет, я про то. Прости за все. Сейчас уже не важно. Мне надо посрать. Сейчас? Да, сейчас. Серьезно? Наверное, это все остатки с похлебки, с завтрака. Далеко не ходи. Я в непосредственной близости. Ты там все? Не дави! Прости. Бен? Что? Бен! Нет. Черт! Черт! Thank you.
Бен! 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 Держись! Господи! Черт! Твою ж мать! Нужно спустить его! Что? Что за ужас? Скорее, пока он не вернулся! Мы тебя снимем! Пожалуйста, быстрее! Мы стараемся! Старайтесь лучше! Не отцепляется! Перережь ее! Давай! У меня ножа нет! У меня... С собой нет, у меня нет ножа. Бен. Прячьтесь. Нет, нет, мы тебя не бросим. Устройте засаду. Я дам сигнал, а вы... Вы его оглушите. А потом... Потом снимите меня. Ладно, понял. Хорошо. Да. Идите. Скорее. Нет! Давайте! Давайте! Нет, пожалуйста, не надо, прошу! Пожалуйста, нет! Пожалуйста! Пожалуйста! Уилл? Боже. Бен? Нет, 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 нет. Бен.
не просто болельщики. У нас своя игра. Разные пути, и мы болеем за разные команды, но нас объединяет азарт и воля к победе. No Bet. Азарт в сердце. Привет. Слава богу. Я думал, что... Что с Беном? Он... Не понимаю, что происходит. Это все невозможно. Нам надо... Нельзя тут оставаться. Подождем его. Мы не можем. Надо бороться. Мы не сможем с этим бороться. Тогда мы... Послушай, сейчас он насыщается. Когда он захочет, он снова будет искать еду. Вот что он делает. Питается, убивает нас по одному, пока нас не останется. Мы сбежим, спрячемся и попытаемся выбраться. Из этого лабиринта? Да. Или есть идеи получше? Так, нужно следовать в одном направлении, пока не найдем знакомую местность. Да.
Эй, что такое? Что? Черт, даже я знаю, что так не должно быть. Наверное, тут много железа в почве. Да, наверное. Ладно, я примерно определю север по солнцу и пойдем. Ладно. Значит, север там, а там юг, в ту сторону лагеря и дорога. Мы сможем сориентироваться. Мы точно увидим что-то знакомое. Или встретим психа, одетого как бродяга, который потрошит людей. Да, или так. Пошли. Что? Мы кругами ходим. Отсюда мы и уходили. Невозможно. Мы шли отсюда. Слушай, у нас нет на это времени. Ладно. Мы случайно сделали петлю. Такое бывает от усталости. Пошли. Скорее. Мы вернулись еще быстрее, чем в тот раз. Нет. Отсюда надо выбраться. Прия. Боже, только не говори, что ты... Я не трогал. Ладно, жди здесь. Что? Господи. Давай же. Твою ж... Это какая-то ловушка. Пора идти. Да, только больше не вернемся. Надеюсь, дело было в этом. Черт! Идем. Он будет нас преследовать, да? Поэтому лучше не останавливаться. Если мы как-нибудь его отвлечем, это поможет нам оторваться. Да. Запах. Что? Запах. Думаю, он чувствует нас. Оботрись этим. Пошли.
черт. Твою мать, черт. Сейчас, господи. Слушай, чем меньше будешь двигаться, тем лучше. Ладно? Да. Сейчас. Вот так. Так, тише. Давай. Стой. Нет, идем. Что за чушь? Что? Слишком медленно. Он нас поймает, догонит нас. Я тебя не брошу, Уилл. Тогда спрячь меня. Нет. Пошли. Поздно. Надо спрятаться. Давай. Давай. Он не настоящий. Его нет. Его нет. Нет, 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 нет. Thank you.
Бонус 9100 рублей в Мелбет при регистрации по промокоду «Старт». Она там! Она вон там! Скорее! Она здесь! Ты нас перепугала, но все будет хорошо. Нет, помогите! На помощь! На помощь! На помощь! Помогите! Нет! Thank you.